Привет! Сегодня у нас обзор Парфенона в Афинах. Парфенон находится на возвышенности. Мы к нему поднимались от улицы Афинос где-то минут 15, это недалеко. Сейчас поднимемся на самый верх. Мы пришли сюда в 8 утра, народа еще мало. Так что можно идти, смотреть, никто не мешает. Сегодня 22 апреля. Очень тепло. Она такая, есть обзорная площадочка небольшая, очень красивая, каменистая, кусок скалистый какой-то утес, с которого открывается панорама на город. Меня забрали мой внешний микрофон, поэтому если будете снимать с микрофоном, вы лучше перед тем, как зайти, спрячьте его, а потом достанете и оденете. Звук сейчас, конечно же, будет, но немножко хуже. У меня был хороший внешний микрофон, теперь нету. Сказали, отдадут, когда будем возвращаться. Здесь очень отличный вид, мы взяли с собой вино, но, наверное, здесь его точно не получится пить и смотреть на Парфенон. Ходит много охраны, и там так не фотографируйся, так не стой. Так что, если берете вино, может не получиться выпить. А так очень красиво. Посмотреть точно получится. А там просто все. А вот это стадион, наверное. Здесь 7 локаций, они есть все указаны на карте. За 30 евро можно гулять по всем 7 локациям. Есть стоимости отдельно для каждой локации, но мы купили билет на все локации, потому что в общей сумме он получается дешевле. Потому что гранит он не нагревается. Здесь сверху открывается много вещей, которые входят в наш билет, и мы их все посидим после Парфенона. Сначала пойдем в самую дальнюю точку, чтобы находиться в храм, потом уже вернемся сюда и будем здесь захаживать. Тут много отреставрировано, они все, наверное, в центре сделали.
Сейчас Парфенон немножко сверху разобран, его активно реставрируют. Он сейчас весь в строительных лесах. Стараются ребята. То, что их предки сделали за 200 лет, они вот уже тысячу лет еще, наверное, пытаются восстановить. Появилось несколько новых камней. Работа кипит. Приезжайте через пару лет, и будет такое, как на картинках из Википедии. Мы спустились из Парфенона, место, где продают билеты, это прямо рядом. Могу сказать, что очень-очень огромная очередь выстроилась. Мы купили... Где мы совсем зашли сразу, первый вход от метро, там тоже продают билеты. Можно купить сразу билет за 30 евро, точно так же, как и здесь, на посещение всех достопримечательностей. Отдельно билет в Акрополь стоит 20, но нет смысла экономить эти 10 евро, потому что входят несколько еще мест, которые вы можете посетить. Поэтому купить билет в самом низу будет легче, вы с ним уже приходите и заходите, не стоите в этой очереди. Или приходите к 9 утра. 9 утра, вот их всех здесь не будет. Мне очень хватает указателей. Где что, куда идти. Как будто... Наверное, он говорил, что Земля круглая или Солнце это шар. Это тюрьма Сократа. Нас привел на нее указатель. Она выглядит... Ну, я бы не хотел в ней сидеть, не знаю. Сократ, наверное, тоже не хотел. Такая вот у нее тюрьма. Ну, это очень маленькие помещения. Дышать здесь есть чем, цвет есть. Свет дневной есть. Валяются розы, маки. Влажно. В общем, ему здесь не хватало только телевизора и маленького бассейна. А так здесь неплохо. Вот дальше непонятно что. Но там, ну, то есть это очень маленькие помещения, которые хорошо проветриваются. Ну, не знаю, Сократу не на что жаловаться, его все помнят. Он придумал много всего. И тюрьма Сократа тоже хорошее место, которое до сих пор люди смотрят и которым восхищаются. Мне кажется, впереди будет хороший вид. Город стрёмный.
А в целом город очень простой, какие-то бетонные коробки, одна над другой, где-то старого образца, где-то нового образца. В общем, Афины, несмотря на то, что он старый город, он, ну, вечером мы вчера гуляли, он был очень грязный, там, где мы живем, может быть, и где-то он и чистый. Сверху красиво выглядит. Ну, просто. Это не Дубай. Обязательно поднимитесь на монумент, не помню, как он называется, он есть на карте, это одно из мест, которое можно посещать, когда вы оплатили 30 евро. Это самая высокая точка, она видна с Парфенона, это такая, ну, как элемент конструкции в форме пластины. Вот обязательно его посетите, от него открывается отличная панорама вообще и на город, и на Парфенон. И, ну, это просто какая-то очень мега чудесная панорама, здесь нет народа, сюда не все поднимаются, все хотят подняться в Парфенон, и там сейчас я вижу вдалеке муравейник. Здесь ни одного человека нету, и самый лучший вид панорамный, который вообще, ну, я посетил много стран, это очень отличный панорамный вид, который я мог бы порекомендовать. Поднимитесь, не поленитесь сюда, здесь очень клево. Эту точку вы будете видеть с Парфенона, так же, как сейчас я вижу Парфенон с этой точки. Идти, но расстояние обманчиво, кажется, что далеко, но на самом деле метров 800, ну, может, километр. Игорь нашел черепашку. Это не Парфенон, это какое-то другое маленькое здание. Оно входит тоже в билет, можно прийти бесплатно посмотреть. Оно больше сохранилось, чем Парфенон. В него внутрь тоже нельзя зайти, но оно такое, ну, не очень большое. Видно насквозь, и работник каких-то с ней идет, со строительных, туристов мало. Выглядит прикольно. А Парфенон у нас с той стороны. Он намного больше. Оля спрашивает, так же лепели птички 1000 лет назад. Кукушки, я думаю, точно так же куковали, как и здесь. А люди высекали эти камни. Возможно, рабы. И теперь эти камни лежат здесь все. Современные греки не знают, куда их приткнуть. И просто свалили в кучу.
судя по картинке, здесь было вот это. И так оно выглядит сейчас. Ну, немножко стало меньше. Написано «Водяные часы», «Water clock». И принцип работы. Мы нашли место, куда можно зайти. Скорее всего, это реконструкция, потому что здесь все такое новенькое, свеженькое и красивое. Сейчас пойдем сюда. Штучки красивые, но все без голов. Наверное, сейчас это все где-то в чьих-то частных коллекциях. Абсолютно все без голов. Просто взяли, да, и все разрушили в какой-то войне. Самое тонкое место статуи, которое на первое просто разрушалось от того, что от времени. Этому пареньку больше всего повезло. Император Антониус Пиус. Император Антониус Пиус. Везунчик с головы. Зашли в какую-то пагоду маленькую, она вся каменная, снутри, снаружи.
стеклянный пол, ходить можно только по нем. Непонятно, что это было, прочитать тяжело, потому что написано на гречески. Ну, красивая, вот она такая есть. В Акрополе 7 локаций, на которые мы купили билеты, 30 евро за 7 локаций. Из 7 локаций, на самом деле, мы побывали в достойных, действительно достойных, только в 3. Остальные это какие-то мелкие, огороженные заборами территории, где там валяются камушки, статуэтки без головы. Но в целом 3 локации очень красивые. Эта локация красивая, храм Зевса, потом такое что-то похожее на маленький Акрополь, хорошая большая территория, ну, собственно, сам Парфенон, вот он впереди. И еще какая-то локация была интересная, они на карте все видны, все доступны, все легко найти. Странно.